По сравнению с КПШ, уже бы все стойки оторвали. Ничего плохого сказать не могу про агрегат. Очень нормальная штука. Добрый день, коллеги и друзья. Меня зовут Владимир. Сегодня мы находимся на площадке Липецкого регионального филиала ЛБР. Поговорим с вами о глубокорыхлителе. Зачем и когда проводить глубокое рыхление и какой агрегат для этого выбрать? И как такой агрегат может помочь увеличить вам урожайность? Смотрите видео до конца, чтобы узнать ответы на все эти вопросы. Итак, перед нами агрегат польского производителя Уния. Данная модель Крет-7Б. Имеет ширину захвата 4 метра и является хитом продаж. Если вы используете в своем хозяйстве классическую технологию почвообработки, применяя плуги, бороны, культиваторы, то через какое-то время неизбежно образуется плужная подошва, которая не позволяет проникать влаге, минеральным и другим полезным веществам к корням растений. Проводя глубокое рыхление на глубину до 50 см, плужная подошва разрушается, улучшается дренаж и аэрация почвы, проникновение и накопление влаги в глубоких слоях, что ведет к улучшению будущих всходов и развитию растения. Особенно это актуально в засушливый период. Глубокорыхлитель Крет работает на глубину до 50 см. Используя глубокорыхлитель раз в 3 года, можно увеличить урожайность до 30%. Ну, глубину очень хорошо держит за счет данной подошвы. Так сказать, полевая доска. Регулируешь. Колеса идут только как для поддержки, чтобы уже если сильно в твердое воткнулся, тогда только работают колеса. Так всю глубину держу за счет подошвы. Очень качественно держит. Как выставил, чуть-чуть винтом крутанул, заглубил. Как правильно выставить глубину, на которую будет производиться обработка. Для регулировки глубины используются резиновые опорные колеса, которые обеспечивают стабильную работу и удержание нужной глубины по всей ширине захвата. Глубина регулируется винтовым соединением на опорных колесах, а также выставляется на трехточечной навеске трактора с помощью пальца. Обработка на такую глубину обеспечивается с помощью установленных стоек типа L. Данные стойки идут в стандартной комплектации. Они гарантируют качественное измельчение и рыхление глубоких слоев почвы без ее выворачивания. Стойка имеет лапу, которая поднимает и ломает плужную подошву, а крылья помогают лучше ее разрушать. Опционально устанавливаются стойки типа XL. Они обеспечивают более глубокое и тщательное рыхление почвы, улучшая проникновение влаги к еще более глубоким слоям, что влияет на лучшее развитие корней растений. Такие стойки рекомендуется применять при выращивании сахарной свеклы и для сильно утрамбованных участков поля, например, для технологических дорожек. На моделях Крет доступны два типа защит – рессорная и болтовая. На данной модели установлена болтовая защита с резным болтом. В случае использования болтовой защиты при достижении предельной нагрузки на стойку болт разрывается, и стойка уходит назад, пропуская через себя камни, корни деревьев и другие препятствия. Чтобы вернуть стойку в рабочее положение, ее необходимо выдвинуть вперед и снова зафиксировать срезным болтом. Такую защиту используют на легких и средних почвах, не сильно засоренных камнями. Это самый простой и дешевый вариант. Более сложный вариант защиты – рессорная. Маркировка модели с буквой S. При наезде на препятствие стойка уходит назад. Рессора прогибается, проходит препятствие и возвращает стойку в исходное положение. Применяется для работы на тяжелых и каменистых почвах. В заключение хотелось бы остановиться на надежности данного агрегата. Сами можете видеть, насколько прочная и надежная здесь рама. Она выполнена из шведской стали. Сечение рамы 200 на 100 мм. Агрегат имеет простую и надежную конструкцию и прослужит вам долгие годы. Данный аппарат агрегатируется с трактором Бюллер 375. Глубина в данный момент 30-35 сантиметров.
идет ровненько, хорошо отвал, рыхлит землю очень качественно. Уже есть нынче опыт. Но такую глубину КПШ не идет, не держит. Проблем пока никаких с ним нету. Ничего плохого сказать не могу про агрегат. Очень нормальная штука, на мой взгляд. Кажется, КПШ 9, не КПШ даже 5. Ни в какое сравнение не идут с ним. При необходимости все расходники имеются на филиалах нашей компании. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Чтобы узнать цену на аналогичную технику, переходите на наш сайт. Ссылка на сайт в описании под этим видео. Понравилось видео? Ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми получать уведомления о новых роликах. До новых встреч!